Глава республики Олег Николаев встретился с уполномоченным по правам человека в Чувашии Сергеем Романовым и обсудил с ним первоочередные задачи. Сергей Романов приступил к исполнению своих обязанностей после утверждения его на сессии Государственного совета. Ранее он работал в Приволжской транспортной прокуратуре. Особое внимание и в этом стороны были единодушны, надо уделить проблемам, которые носят системный характер. Институт омбудсмена должен защищать права и интересы жителей республики. Объединение усилий будет работать на результат.